В Люберцах на пересечении улиц Московская и Красноармейская установлен светофор. В церемонии открытия приняли участие глава округа Владимир Волков, заместитель главы Александр Сорокин. Перекресток очень оживленный. Здесь случались аварии и наезды на пешеходов. Место давно нуждалось в организации светофорного регулирования движения. Устройство установлено в сжатые сроки. По мнению властей округа, это позволит снизить количество ДТП на данном участке. До этого, конечно же, здесь регулярно случались дорожные аварии, были и наезды на пешеходов. Соответственно, светофорный объект позволит регулировать и потоки автомобильного транспорта, и пешеходам комфортно переходить дорогу на данном перекрестке.